Очень вкусная гороховая каша, приготовленная без замачивания, с салом и луком, готовится как в мультиварке, так и на плите в обычной кастрюле. Гороховая каша без замачивания готовится просто, а именно ее надо дольше варить, чтобы каша была вкуснее. Заправьте ее жареным салом с луком, вкусно, сытно и бюджетно. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Приготовим продукты для каши. 2. Чтобы горох не замачивать, его нужно вымыть до чистой водой, и при варке влить чуть больше воды, а время варки увеличить на 30 минут. 3. Кладем горох в мультиварку, вливаем воду, добавляем соль, включаем режим каши на 1 час 30 минут. 4. Пока варится каша, займемся заправкой, режем лук и сало. Ставим лайк и подписываемся. 5. Кладем сало на сковороду, ставим на медленный огонь, жарим. 6. Когда вытопится немного жира, добавляем лук и соль, жарим до готовности лука. 7. В конце жарки добавляем укроп и снимаем с плиты, заправка готова. 8. Каша готова, пока она очень горячая, то будет жидковатой, откройте крышку и дайте ей немного остыть, тогда она загустеет. 9. Выкладываем кашу в порционную тарелку. 10. Сверху посыпаем кашу луком и укропом, поливаем жиром, приятного. Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горох 2 стакана, вода 5 стаканов, соль 1 чайная ложка, лук репчатый 3 штуки, сало 300-400 грамм, укроп 1 пучок, количество порций 2-3. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите в гости.